Всем привет! С вами Саня про море, YouTube-канал. В общем, сейчас покажем вам, какое чистейшее море у нас. Анапский Майами Бич. Чистое море, пляж ухоженный, загруженность небольшая. Также измеряем температуру воздуха и температуру воды в море. Здесь можно лежать, арендовать шезлонгами, можно просто лежать. Там находится Анапа, вдалеке, сам городской пляж. Вот так можно увидеть, какое чистое море. Мы сейчас еще чуть поглубже зайдем, постараемся вам показать максимально. Так, давай сначала температуру воздуха. Сейчас 24,9 показывает. Все, теперь опустим датчик в воду. Зайдем поглубже. Вон рыбки, рыбки. Вот так и рыбки плавают. Море чистейшее. Кстати, сегодня 19 июля 2019 года и время 7:44. Ну, наверное, не видно будет, да? Ладно, поверьте на слово. 7 утра 44 минуты. 7 часов, то есть 44 минуты. Вот, заходим поглубже. Кто говорит, что в Анапе грязное море? Водоросли. Где они? Поверьте, это вообще не всегда бывает. И даже очень не всегда. Ну давай еще чуть-чуть поглубже зайдем. Температура вообще комфортная. Мы уже поплавали. Вот. Вчера были дельфины вечером. Встреча. Подплывали к берегу. Сегодня пока не видно. Но они частенько приплывают сюда. Они здесь на рыбу охотятся. В общем, температура воды уже зафиксировалась. 23,8. Вот такой пляж. Ну, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будем рады, следите за нашим видео. Также мы с коптера видео снимаем, более обзоры сверху, скажем так, пляжа. Всем пока, пока.